Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня со мной Сабрина, и сегодня мы хотим попробовать перец Каролина Риппер. Это самый острый перец в мире. Ты готова? Я не знаю, а ты? Я не готова. Меня буквально все колотит. Хана моему желудку. Это буквально смердит просто. Это реально шманит чем-то. Я ничего! Боже! Боже! Господи, помогите! На немного хлеба! Боже, 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 боже. Это настолько плохо? Я не чувствую язык. Насколько все плохо? У меня рот горит. Блин, я сейчас блевану. Я сейчас сдохну. Чё, до сих пор жжёт? Она просто сидит и пускает слюни. Сабрина, как там твой желудок? Ладно, 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 подожди. Подожди. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, успокойся. Ляж, ляж. Охренеть. Ляж. Ты в порядке? Это была плохая идея. Святые какашки. Это были 2,2 миллиона единиц Ковила, ребята. Просто откинься назад. Помогите мне, пожалуйста. Это была самая ебанутая идея. У меня до сих пор все горит. Сабрине нужен ингалятор. Она не может дышать. Расслабься и дыши. Я не могу дышать. На, попробуй это. Ладно, пошли внутрь. А нехрен было жрать это говно. Они что, опять жрали перец? Они со своим ютубом совсем с ума сошли. Как себя чувствуешь? Я просто в шоке. Что у меня с голосом? Ты что, сорвала голос, пока орал? Где мой голос, господи, что у меня с голосом? Я не могу. Блять, я не думал, что ей будет так плохо. Вы дебилы! Вы просто ёбаные дебилы! Ты в порядке? Да какой нахер порядок? Тебе уже немножко лучше? У Лизи рвота сейчас. Да. Это молоко? Это не молоко, это сахар. Я понял. Блин, почему у тебя грудь вся красная? Я не знаю, может, потому что мне сейчас очень жарко. Так, ну что, у нас все пошло совсем не по плану, и я думала, что я приму это как чемпион. Но мы чуть не сдохли. Она... Я даже не знаю, что с ней произошло, если честно. Да что со мной произошло? Я просто чуть не сдох. У меня даже жопа горела, когда я какала. Я тоже сейчас горю, и не потому, что я нахожусь на улице, тут жарко. Нет, я просто горю изнутри. Это пиздец. Тебя вырвало с кровью? Да, я знаю, я обливала крови, но это все ради вас, ребята, ради контента. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Для вас перевел и озвучил этот ролик Евгений Зайцев. У него много видео на канале. Да, подписывайтесь. И увидимся, ребята, в следующий раз. Ох, мой желудок.